Тут просто бэкстейдж для тех, кто любит подноготку, вот эту закулисную. Ну, кому-то это интересно посмотреть, в записи потом будет. Сейчас вот мама у меня, видимо, тоже так и не может догадаться, как перейти сюда. Ладно, идем дальше. В общем, сегодня никаких особых праздников нет. День машиностроителя, но я так понял, это международный праздник, не российский. Всемирный день сердца сегодня. День тигра на Дальнем Востоке сегодня отмечался. А в России праздник день отоларинголога. И Международный день глухих. Вот все праздники, которые на сегодня. Ну, если брать еще союзные республики, в Казахстане сегодня день труда, а в Кыргызстане день донора крови. Вот такая интересная подборка о сегодняшних праздниках. В общем, я продолжу свою эпопею с вот теми песнями экспериментальными, да. Я могу сказать, что раньше я Земфиру вообще не слушал. Честно, положа руку на сердце, скажу, Вась, привет, что Земфиру я стал слушать после того, как ее песню исполнила Гурченко. А ведь эта песня была последняя у Гурченко. Сегодня у меня тут три монитора, все со всех сторон, но чат намного удобнее сегодня мне. И я надеюсь, что будут все сообщения теперь у меня в чате, потому что я открыл его прямо на канале YouTube. Не в ОБС студии. В ОБС тут сбоку она бежит, но я не очень там надеюсь. Почему-то я не все там сообщения вижу. В общем, я говорил про Земфиру. И Земфиру, вот, я тогда серьезно, я понял, насколько у нее глубокие тексты, насколько классная музыка, именно после того, ну, то есть я очень запоздало начал слушать Земфиру, когда уже все с ума по ней сходили, уже она была на пике популярности.